Как строить изображение в линзах за одну минуту? Это называется линзой. Сейчас мы рассмотрим только собирающие. У каждой линзы есть центр, оптический центр О. Через него проходит главная оптическая ось. Она перпендикулярна самой линзе. У каждой линзы есть еще фокус. Это одинаковое расстояние, которое откладывается от ее центра. F, 2F. В другую сторону то же самое. Мы подготовили систему. Теперь можно строить любое изображение. Изображение получается, если у тебя пересекается хотя бы два луча. Закинем предмет. Допустим, вот здесь стоит предмет S. Как строить его изображение? Так, первый. Проводим луч через оптический центр линзы. Он идет без преломления. Один луч уже построен. Второй луч пускаем параллельно главной оптической оси. Важное свойство. После преломления в линзе он проходит через фокус. Место, где пересеклись два моих луча, называются изображением. Эти правила безотказно работают в собирающих линзах. Но есть два нюанса, которые тоже надо разобрать. Как строить изображение, если предмет находится на самой главной оптической оси? Как строить изображение, если предмет находится слишком близко к самой линзе? Об этом в следующих видео. Обрати внимание, что мы нарисовали только два луча, а их на самом деле бесконечно много. Давай покажу. Вот некоторые из них. Строить эти лучи очень сложно, поэтому мы всегда строим два самых простых. Подписывайся и не забывай задавать вопросы в комментариях. Я снимаю видео-ответы.